Открытие диализного центра, столетие системы дополнительного образования, участие в международной акции «Географический диктант», открытие новых выставочных залов в музее, начало работы класса компьютерной грамотности для пенсионеров в Медвежьих озерах, спортивные достижения. Не пропустите самые яркие события ноября в новом выпуске программы «Говорим о главном». Смотрите на Щелковском 2 декабря в воскресенье в 9 вечера.